В лесном туалете разбито стекло. Звери ищут виновного. Все указывают на зайца. Спрашивают его: «Ты выбил?» Заяц отвечает: «Вроде я, а вроде и не я, сидели мы в туалете рядом с медведем. Медведь первый закончил и спрашивает меня: „Заяц, ты линяешь?" Я говорю: „Нет". Он потерся мной и выбросил в окно. Проходит неделя. Опять окно выбито. Опять спрашивают зайца: „Ты выбил?" „Вроде я, а вроде и не я, сидел со мной рядом ёж". Я спросил его: „Ёж, ты линяешь?" Он говорит: „Нет". Что было дальше, не помню. Лиса вышла замуж за крокодила. Народились поросята. Вывод. Все мужчины – свиньи. Идет лиса по лесу, злая-призлая. Навстречу волк: „Ты чего, рыжая, не в духе?" „Да вот, встретила колобка в лесу и говорю ему: „Колобок, колобок, я тебя съем". А он мне отвечает: „Пошла ты, рыжая падла, а то пасть порву". Дура ты, дура. Это же не колобок, это ежик из зоны вернулся. Разговаривают в пустыне два верблюда. Один: „Чтобы про нас люди не говорили, а пить то хочется". По пустыне ползут две черепахи. Он ей: „Ты испортила 300 лучших лет моей жизни". Идет по пустыне измученный жарой верблюд. Подбегает к нему тушканчик и спрашивает: „Верблюд, ты что такой грустный?" „Да вот, — говорит, — пить хочу и очень жарко. А ты бегай, как я, меня ветром обдувает". Верблюд собрал все силы и побежал. Через несколько метров упал. Тушканчик подошел, потрогал лапы и лопы. Говорит: „Замерз, бедняга". По реке плывет крокодил и видит, что на берегу сидит обезьяна с удочкой и ловит рыбу. „Сейчас я ее спрошу, сколько она поймала рыбы. Если скажет, что много, то скажу: „Везет же дуракам", а если скажет, что мало, то: „Так тебе, дуре, и надо". Подплывает к обезьяне и спрашивает: „Обезьяна, сколько рыбы наловила?" „Плыви, плыви, говно зеленое". Сидит обезьяна и стучит по ядерной боеголовке зубилом. Прохожий говорит: „Дура, она же сейчас взорвется. А у меня другая есть". Царь зверей собрал всех на поляне и говорит: „Все красивые налево, а умные направо". Все начинают выстраиваться в две шеренги, а обезьяна мечется то туда, то сюда. Царь ей: „Ты что? Но не могу же я разорваться". В ресторан приходит мартышка и заказывает бутылку водки и стакан сметаны. Ей приносят. Она выпивает всю бутылку и начинает лить себе на голову сметану. Ей кричат: „Ты что?" Она отвечает: „Вы знаете, когда я напьюсь, то такая дура, такая дура". Один строитель пробыл 3 года в Африке. Работал он по контракту. Наконец, возвращается домой. В аэропорту его встречают товарищи. Он выходит похудевший, загорелый, в пробковом шлеме, на чемодане пестрые наклейки, а на плече сидит маленькая обезьянка. Его окружают друзья. Ну как в Африке. Устал, ребята, страшно. Вась, а как там в Африке с бобами? С продуктами, ребята, плохо, все покупали на рынке. Вась, а как там с бобами? Жара днем страшная, а ночью прохладно. Ну что ты нам про жару, как с бобами то там? Обезьяна дергает Васю за ухо. Пап, а пап, ну расскажи им про баб. Лошадь и обезьяна идут по полю и находят ружье. Лошадь смотрит в стволы, а обезьяна возится с курками. Обезьяна спускает курок. Лошади снесло полголовы, она упала и дергается. Обезьяна: „Тебе, дура, смешно, а я, знаешь, как перепугалась.
Какое самое глупое животное в мире? Корова. Сама пьет воду, а людям дает молоко. Пошел мужик с собакой на рыбалку. Сделал прорубь. Ловит. Вдруг из лунки выныривает корова. Мужик, дай закурить. Мужик дает. Корова. Ну ладно, пока, и ныряет обратно. Изумленный мужик, открыв рот, смотрит на собаку. Собака. А что я? А что я? Я сама обалдела. Ввиду того, что с кормами неблагополучно, решили скрестить корову с медведем. Пусть летом доится, как корова, а зимой сосет лапу. Сидит ворона на суку и видит, что на дерево лезет корова. Корова, ты что это? Яблочек хочу поесть. Так это же береза. А они у меня с собой. Две коровы сидят на лугу и вяжут. В небе один за другим пролетают бегемоты. Одна корова говорит. Что-то бегемоты нынче разлетались. Вторая, спокойно. Наверное, где-то неподалеку их улей. В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы, не спеша, обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой, москвич, а тронуться не может. Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит, никакой реакции. Тогда он опускает боковое стекло и кричит. Эй! Вы, пошли отсюда вон. И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит. А поцеловать? На обочине шоссе стоит человек с коровой и голосует. Останавливается, москвич. Человек просит подвести его до деревни. Водитель. Ты что, дядя, спятил? Куда же я корову посажу? Человек. Посади меня, а она за нами побежит. Водитель посадил путника, медленно поехал, а корова затрусила сзади. Прибавил водитель скорость, корова побежала быстрее. Дадуй на всю железку, требует человек. Машина пошла уже со скоростью 60 км в час. Корова бежит сзади, не отставая. Водитель вглядывается в зеркало заднего вида и кричит хозяину. Послушайте, я быстрее не могу, с коровой сейчас будет плохо, она как-то странно мигает левым глазом. Хозяин коровы, спокойно. На обгон пошла. На лугу пасется корова. По ее задней ноге вверх ползет муравей. И он начал заползать под хвост, как корова махнула хвостом. И сбросила его на землю. Тогда муравей полез по передней ноге. Прополз ногу, шею, голову, залез в ухо и говорит. Не хочешь, не надо, но зачем же в грудь бить? Бык, найдя в траве перчатку, поддел ее рогом и обратился к корове. Мадам, это не вы потеряли свой бюстгальтер. Идет корова по дороге, взъерошенная, ободранная, еле ноги волочит. Ее спрашивают. Корова, ты откуда? От верблюда. Семеро козлят копытами избивают волка. Что же вы делаете, волки? Молчи, козел. Сидит лягушка на болоте и разглядывает себя в зеркало. Быдыщик, не быдыщик, бододавка, не бододавка, а дадинка. Свинья забегает с улицы в комнату. Смотрит на электророзетку в стене. Какая же сволочь свинью замуровала? Почему кобели, когда мочатся около забора, поднимают ногу? Предохраняются. Потому что, когда мочился самый первый кобель, на него упал забор. По пустыне бегут два кобеля. Шарик, если через 10 минут мы не встретим дерево, обоссусь на ходу.
Жак пришел со своей дрессированной собачкой в кафе и заключил с посетителями пари, что пес будет разговаривать. Однако пес молчал. Жак вынужден был заплатить проигранное паре и под насмешки посетителей кафе пошел с собакой домой. «Из-за тебя я проспорил много», – ворчал хозяин по дороге, – «ну почему ты не заговорил?» Пес презрительно посмотрел на хозяина и ответил. «Чудак! Ты только представь себе, сколько мы выиграем завтра!» Кот и кошка играют в прятки. Кошка говорит коту. «Если найдешь меня, я твоя, а если не найдешь, то я в шкафу». Три мышки собрались выпить. Одна говорит. «Давайте выпьем по одной рюмочке и станцуем». Вторая мышка сказала. «Давайте выпьем по две рюмочки и споем». А третья мышка сказала. «Давайте выпьем по три рюмки и пойдем бить морду коту». Кошка гналась за мышью, но та успела скрыться в норке. Тогда кошка подошла к норке и залаяла. Удивилась мышка. Как эта кошка и вдруг лает. Высунулась из норы, тук кошка ее сцапала и села. Потом облизнулась и сказала. Как полезно знать хотя бы один иностранный язык. Лягушка встречает подружку. Как дела? Спрашивает она ее. Да плохо. Позавчера шла по болоту. Поймали, изнасиловали. Шла вчера, опять изнасиловали. Ну и что ж ты будешь делать? Сегодня опять пойду. Один петух говорит другому. Давай сходит в гастроном. Зачем? На голых курочек посмотрим. На рынке. Петуха продаешь? Нет. Так зачем же ты его принес? Куры без него не хотели на рынок ехать. Зашел заяц в туалет и слышит по радио песенку. Встаньте, дети, встаньте в круг. Заяц встал и провалился. Петух на Пасху забежал в избу, увидел на столе крашеные яйца, разозлился и побежал бить павлина. Почему петух поет всю жизнь? Потому что у него много жен и ни одной тещи. Звонок в полицейский участок. На помощь. На помощь. На помощь. В комнату пробралась кошка. Ну и что? Из-за таких пустяков вы нас беспокоите. Кто это говорит? Попугай. В зоомагазине. У вас есть попугай? К сожалению, нет, но можем предложить дятла. А что, он тоже говорит? Нет, но он овладел азбукой Морзе. Мистер Джонс купил на аукционе говорящего попугая. Выносит клетку с птицей на улицу и говорит. Купить то я тебя купил, но вот говоришь ли ты? Попугай отвечает. Дурак, а кто цену набавлял? Три вороны сидят на дереве. Хвостается первая. Купила корову. Хвостается вторая. Купила часы. Третья молчит, завидует. На следующий день сокрушается первая. Корову украли. Сокрушается вторая. Часы потеряла. Третья смотрит на часы. Ах, уже без четверти час, пора лететь корову доить. Взлетает ворона с конопляного поля. Курлы. Курлы. Ой. Что это я? Кар. Кар. Спрашивает ворону. Ворона, правда ли, что у тебя две ноги? Правда, правда, особенно правая. Воробей. А все-таки автомобиль менее совершенен, чем лошадь. Он не дает навоза. Голубь на Голубь назначил свидание голубки в 12 часов дня на часах городской ратуши. 12 часов, голубки нет. Час дня, голубки нет. 2 часа, тоже. И только около 5 часов вечера она появилась у часов. «Почему ты так поздно пришла?» – спросил голубь.